Лия Мара, немецкая актриса немого кино. Александра Гудович родилась 1 августа 1897 года в Риге. В то время город входил в состав Российской империи. Рано лишившись отца, она была вынуждена бросить школу, так как ее мать осталась с 6 детьми на руках, и средств на жизнь не хватало. В подростковом возрасте Лия прошла обучение в школе балета в Риге, после чего с успехом танцевала на сцене театра. Ее карьера балерины достигла пика в 1913 году. Во время Первой мировой войны Лия жила в Варшаве. В 1916 она дебютировала в кино, снявшись в фильме «Мы хотим мужа». Через год снялась в фильме «Бестия», где главную роль играла будущая знаменитая актриса немого кино Пола Негри. Далее ею заинтересовался немецкий актер, режиссер и продюсер Фредерик Зелник. Он пригласил ее в Берлин и после нескольких проб предложил Лии контракт. Их совместная работа началась с картины 1917 года «История падшего», а в 1918 они поженились. Союз Мары и Зелника оказался достаточно плодотворен. Всего актриса снялась в 28 фильмах супруга, а их дом превратился в салон, где любили проводить время деятели немецкого кинематографа. Наиболее известной работой Лии тех лет была картина «Танцующая Вена», 1927 года. Карьера актрисы завершилась с началом эпохи звукового кино. Появившись в 1931 году в своем единственном звуковом фильме «Все спрашивают об Эрике», она перестала сниматься и вместе с Зелником уехала в Лондон. В 1950-м Зелник умер. По некоторым данным, Лия умерла 1 мая 1960 года в Швейцарии.